Нюшка, ты смотри на маму котик. Как красиво лежишь. Если хочется тебя потискать, со сверху твоей стрижкой плюшек умается. Музычка тоже такая красивая играет. Чего сетки? Люблю, когда быстро проходит дождик, а потом такая вот красота начинается. И солнышко, ну, такой ливень. Кто-то, наверное, попал под дождь. Испортил прическу, но когда ты дома, это очень даже приятно. Друзья, извиняюсь за шум, я надеюсь, что это будет слышно, у меня чайник. Но я хочу позже кушать, но также хочу вам сказать, вчера у тети была на день рождения, и салатик остался много всяких салатов, она с собой дала. Я очень хотела сказать, что очень прикольный салат. Что мне понравилось, он без соли, вообще не соленый, но сверху как декор были вот такие шампиньончики маринованные. Тут курочка обычная, обычная курица, не там не жареная, не маринованная никакая. Картошечка, огурцы соленые, яйцо, зелень, может что-то еще, не знаю. Ну, в общем, вполне себе было бы простое сочетание и не соленое, но вот эти сочетания маринованных грибочков вместе с несоленым салатом очень получилось в итоге вкусно. Вот такая вам идея, если не хотите соль лишнюю добавлять. Короче, в конечном итоге не могла себе купить обувь, теперь купила 3 пары. Вот такие вот, вот такие. И вот такие вот. Очень модные, прикольные. И все удобные. Все случайно зашли в отдел. Привет, друзья! Какой прикольный свет. Витаминчики. Вообще, я хотела вам показать вот такой вот свой новый комбезик. Очень крутой, стильный, современный. Очень клевенький, мне так нравится. Длина такая коротенькая, конечно, секси. Чего я ржать, как бабка, я не знаю. Ну, в общем, мне нравится по фигурке, так классно сидит, но такой плотненький достаточно материал. Что мне тоже нравится, сидит так добротненько, вот такие штучки тут для рук. Короче, очень все модно. И можно еще вот эту штучку-завязку для тех, кому не нравится вокруг шеи, потому что я не очень поняла, насколько мне это нравится, можно его куда-нибудь сюда шнурочек приделать. Это будет вариант более такой-то классический, конечно, но... Ну, вот так, как бы тоже ничего. Хотя вот туда, наверное, как-то поинтереснее выглядит. Вот такой вот клевенький, короче, комбинезончик. У меня тут околотки с татушками, но не знаю, что-то видно, не видно. В общем, очень прикольно. Напишите, как вам. Мне столько всего приходит, на самом деле. Как-то я в основном делюсь всем в Инстаграме, а на Ютубе как-то меньше. Вот. И на самом деле, конечно, большинство товаров мне приходит на рекламу, но, друзья, я на самом деле то, что мне присылают всегда, пользуюсь и косметику, и одежду. Вот. И все вам показываю, как есть, рассказываю. И, в общем, просто хочу, чтобы вы это знали, потому что у меня сейчас стало много всякой, наверное, рекламы, хотя я давно уже, в принципе, немного. Но хочу, чтобы вы знали, что я действительно всем этим пользуюсь. И, конечно, мне очень бесит, что у меня липнет теперь все время лицо, блин! Потому что теперь я кремом пользуюсь, я все время блещу. И это у меня вызывает очень сильные неврозы. Вот, а на костюмчик вам оставлю, на комбинезончик оставлю вам, наверное, артикул. Друзья, мы тут сидим с малышкой.
Мы единственные в зале, весь зал наш. В зале, у нас часто, на самом деле, так бывает. Ну так вот сидим у нас час на кинотеатре, то есть для нас вот грешим. Вот тут вот топ-корн едим. Чем будем смотреть фильм? Как называется? Добро? Сила добра. Как сказать, твори добро. Сила добра, потом вам расскажем, как нам понравилось. Так, мы сегодня с Маленой будем пробовать от Beauty Bomb вот такие вот глиттеры, блестки гелевые. Так, я боюсь мазать, потому что не знаю куда. И что ты мне предлагаешь намазать на всю голову? Кстати, клево, я хотела Малине оставить. Малине, да, теперь я думаю, что себе одни тоже поставлю на фестивале ходить. Прикольно. С фильтрами. Выглядит старше. Блин, мне кажется, идти куда-то не туда их намазала. Блин. Вот. Так уже видно. Сюда верни. Что ж, дорогие, сходили мы сегодня на кинчик. Кинчик, конечно, так звучит. В кино. Я опять забыла, как фильм называется. Добро. Про добро, короче. Сила добра. Блин, ну я вам уже... Блин, я вам уже говорила, как называется. В общем, неплохое, в принципе. Знаете, больше такое поучительное кино какое-то для детей. Просто чтобы... Было доброе сердце, добрая душа у ребенка. Мне кажется, в наше время это важно, потому что я малешке объясняю эти всякие ситуации. Потому что, на самом деле, мне кажется, дети стали очень какие-то злые и некультурные, никогда не здороваются. Я вот сколько смотрю детей каких-то незнакомых, они никто не здороваются, знаете, какие-то все как пришибленные. Там что-нибудь им дверь подержишь, они тебе не спасибо, не насрать, как говорится. То есть дети стали очень еще более некультурные, какие-то холодные. И мне это, конечно, не нравится, поэтому хотелось бы, чтобы вот, дай бог, мои дети когда-нибудь, но сейчас мои племянники, чтобы все-таки они были другими. Поэтому на такие фильмы мы стараемся вот водить и показывать, как дома что-нибудь смотрим, стараюсь тоже включать что-нибудь племянницы такое душевное. Она постоянно плачет, там было 5 историй, она 5 раз плакала на каждой истории. Вот, ну, стараемся учить хорошему детей, короче. Так, мы поставили новый бланд, все коктейли. Сегодня у меня вот это. Тут ванильная водка, ликер, маракуйя, сироп, баблгам, ананасовый сок, лимонный сок. Так, следующий дуванчик у нас. Приветики, друзья, у меня сегодня новый костюмчик Inspire Yourself, называется бренд, не знаю, куда поставить, уже чтобы показать уже. Попробую войти как-нибудь. Очень классный, кстати, костюм, он такой прям мягенький, я как-то думала, что он будет такой, как более обычный какой-то, сейчас, мне кажется, много костюмов, но он очень мягкий такой, я не знаю, что это за материал, знаете, такой, я не знаю, как очень мягенький, прям такой кайфовый на ощупь, приятный. И очень интересный цвет, из вот такой вот серый. Такой какой-то цвет асфальта, наверное, что я типа не заправлена. Посмотрите, такой вот, короче, костюм. Прям все равно не вмещаюсь. Ладно, я вставлю потом видосик вертикальный уж. Не обижайтесь, короче. Такая вот длинная юбочка с разрезиком. И можно носить по отдельности. Кофта такая, знаете, стиле какая-то Эльвира. Мне напоминает «Королева воинов» фильм. И прям очень прикольно, мне очень нравится. И огромный материал вот этот, такой прям, не знаю, что это, но он очень кайфовый. Вот, так что оставлю вам, кому интересно, артикул. Еще что приятное, они положили в подарочек утягивающие трусики. Я их, конечно, померила на свои темные, тоже под цвет, кстати, прям костюмы тоже темно-серые, но такие трусям бы немножко потянуть. Животик, они одного размера идут. В общем, подарочки тоже всегда очень приятно.
It's the texture of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. And I say, oh, it's nothing like your touch. It's the way you lift me up. Yeah, and I'll be right here with you till you end. Все в курсе. Торви. Куда залезла? Торви. Ты, блядь, маленький. Куда залезла? Где мелкая?